Здравствуйте всем, кто сейчас телеканалом «Первый деловой». В эфире проект «Акценты». В ближайшие 15 минут говорим о фармацевтическом рынке. Из позитивных тенденций эксперты называют рост доли украинских производителей и постепенный выход на положительную динамику во всех измерениях. Из негативного – довольно высокий процент лекарств-подделок. По подсчетам международных организаций, количество препаратов-пустышек на фармацевтическом рынке Украины составляет от 12 до 40%. Кроме того, практически сорвана программа международных госзакупок, из-за чего наши пациенты остаются без необходимых препаратов. Масло в огонь подливают давняя проблема коррупция и тенизация этого рынка. Впрочем, два последних фактора – бич всей украинской экономики, и фармацевтика исключением не является. У нас в студии директор агентства медицинского маркетинга Юрий Чертков, и с ним далее говорим об этом и не только. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. По вашим оценкам, за первую половину года вы все-таки видите больше позитивных моментов или негативных на фармацевтическом рынке Украины? Если раньше рынок падал быстро и падал так хороших минус 25% в валютном выражении, слегка подрастал в гривнах, но там за счет инфляционной составляющей, падал в упаковках, там порядка минус 15-20%. Сейчас мы хотя бы имеем там четкий рост в гривне, это плюс там 18%. Мы имеем не такое критическое падение за первые полгода в валюте, буквально там минус 5%. Ну и он подрос в упаковочном выражении там на 1-2%. То есть мы говорим о том, что первые полгода говорят о том, что в общем-то какая-то позитивная динамика наметилась. Ну там сейчас рано делать выводы. Походу, у нас такие же продажи, как были 5 лет тому назад. Да? Но, тем не менее, такой результат – это тоже результат. И, наверное, есть основания для очень-очень-очень умеренного оптимизма, так? Да, есть основания для осторожного оптимизма. То есть мы, там, возможно, не ожидаем такой Nike-подобной, да, кривой, которая говорит нам о том, что сейчас там было дно, и мы быстро пойдем вверх. Но по этому году точно будет там лучше в динамике, нежели там мы сравниваем 2014 с 2015 годом. То есть 2016 будет лучше в динамике по Evolution индексу, по индексу динамическому. Но это уже хорошо. Что касается отечественных производителей, насколько я понимаю, то перспективы у них более или менее жизнеутверждающие, так? Да, но так в сюжете вы сказали, что это позитивная тенденция. Это, наверное, и да, и нет, потому что все-таки в основном переходит на отечественные производители, когда определенные денежные ограничения. Да. С другой стороны, у нас-то и нет полностью поддержки отечественного производителя. Если, например, взять там соседнюю Белоруссию, то там четко. Там нельзя, например, аптечному учреждению продавать там меньше, чем 50% отечественных упаковок. У нас этого нету, явных таких преференций для отечественных компаний нету, но тем не менее экономическая ситуация такая, что отечественные фармкомпании растут и в ближайшее время будут расти. То есть 75% доли рынка, то есть рынок сам это все откорректировал, не нужно никаких там директивных государственных вмешательств. Но если возьмем там это 75% доли рынка в упаковочном выражении, если возьмем денежное выражение, то, конечно же, отечка пока отстает. Там около 40% денежного выражения за счет того, что в 5-6 раз дороже пока импортные препараты. Ну, но те же самые международные непатентованные названия. Ну, идем дальше. Далее будем говорить, наверное, преимущественно о проблемах, увы. Чтобы убрать коррупционную составляющую в сфере государственных закупок, Министерство здравоохранения решило доверить их международным организациям. Говорят, что это был вынужденный шаг, поскольку, к примеру, по данным Службы безопасности Украины, откаты на госзакупках доходили до 40%. Это означает, что в карманах коррумпированных чиновников оседало до 1 миллиард гривен в год, а пациенты оставались без лекарств. Сколько оседает в карманах теперь, сказать сложно, но украинцы страдают от отсутствия препаратов, как и раньше. За 7 месяцев текущего года план по закупкам удалось выполнить только по двум программам. Это препараты для больных гемофилией, а также гепатитом В и С. Все другие направления были провалены. Наиболее сложная ситуация в сегментах детской онкологии, туберкулеза и СПИДа. В профильном министерстве заявляют, что о проблеме знают и обещают. Дальше будет полегче. Подробности в нашем видеосюжете. У міністерстві поспішають запевнити, турбуватися нічого, адже це лише тестовий варіант проекту із закупівель. Далі його модернізуватимуть. Дуже важливо, щоб ви зрозуміли. Ми знаємо, що були проблеми. Це перший рік, що ми це робимо. Всі розуміють, перша пілотна програма, будуть якісь складнощі. Ми це бачимо. Але ми не хочемо лише розсуджувати всіх, а ми аналізуємо, що сталося, щоб покращити на наступний рік.
Корупція – одна з основних причин, яка також спонукала вітчизняних можновладців передати частину коштів для закупівель лікарських препаратів у руки міжнародних організацій. Представники вітчизняного фармацевтичного ринку погоджуються – хабарництво в системі держзакупівель процвітає. В системе здравоохранения регистрируется 6 видов продукции. Если я вас сейчас спрошу, или даже министра спрошу, какие, он не скажет, какие. Потому что все в тени. Не контролируются такие денежные потоки и так дальше. Более того, вы их просто не найдете ни одного нормативного документа, кто это делает и почему, по каким критериям. Аби ліквідувати корупційні схеми та паперову тяганину, Кабінет міністрів нещодавно ухвалив постанову, яка має спростити механізм реєстрації в Україні тих лікарських засобів, які вже пройшли перевірку в таких країнах, як Австралія, Канада, США, держави Євросоюзу тощо. Соответственно, упрощение регистрации увеличит возможности для закупки этих лекарств. Увеличится конкуренция, увеличится предложение, уменьшится стоимость этих лекарств, улучшится качество этих лекарств. Конечно же, здесь появится и злоупотребление, но это уже вопрос к правоохранительным органам. Проте, попри очевидні невдачі, у міністерстві звітують. Завдяки закупівлям міжнародними посередниками державі таки вдалося заощадити понад 700 мільйонів гривень. Старих схем більше нема. У більшості закупівель усунуто посередників, тендерну монополію подолано. Зекономило більше 790 мільйонів гривень у порівнянні з 2014 роком. Наразі левову частку фармацевтичного ринку України займають лікарські засоби вітчизняного виробника. Представники галузі кажуть, якість цих ліків нічим не поступається закордонним. До того ж, галузь суттєво поповнює державну скарбницю. До бюджету щорічно надходить понад 200 мільйонів доларів. Український фармвиробник на сьогодні досягнув такого рівня, що він здатний, я вже говорив, мінімум 80% забезпечити. Ті ліки, які сьогодні не виробляються в Україні, а вкрай потрібні українцям, вони теж можуть бути значною мірою вироблені українським виробником. Наразі деякі економісти вже поспішають спрогнозувати, якщо можновладцям таки вдасться налагодити систему держзакупівель ліків, то у повній мірі запрацює постанова зі спрощення їх реєстрації, вже невдовзі варто очікувати зниження цін на медикаменти в середньому на 20%. Я напомню, это проект «Акцент». Мы общаемся с директором агентства медицинского маркетинга Юрием Чертковым и продолжаем. Юрий, все-таки что произошло в системе госзакупок, на ваш взгляд? Потому что международные организации, которым это доверие, кивают на украинских чиновников. Чиновники говорят о том, что у нас слабая законодательная база, и, мол, из-за этого проволочки. И в Министерстве здравоохранения говорят, что у нас проблемы с таможней и так далее. В общем, крайнего, как обычно, не найти. По вашему мнению, из-за чего мы имеем нынешнюю ситуацию? Тут на здравоохранение выделено там 50 миллиардов гривен. Из них, вот сейчас мы ведем речь, аж о 4 миллиардах, которые выделены на эти госзакупки. Рынок фармацевтический весь, да, вот только вот с аптечных полок продается более 50 миллиардов. То есть мы говорим о такой капля крошечной толике, да, капли в море, которая, ну, мне кажется, это удобно очень обсуждать, потому что любят считать государственные деньги и так далее. То есть, но сама по себе эта сумма не требует такого большого внимания. Вот говорят об экономии вот этих там миллионов, да, когда мы говорим о том, что весь рынок 50 миллиардов и 95%. Это люди сами платят со своих карманов. Да? Это то понятно, есть... но не закуплена, скажем, вакцина БЦЖ, там проблемы с другими препаратами, ведь это достаточно серьезно, как по мне. Ну, очевидно, но опять-таки нету в этом существенной проблемы, потому что серьезного дефицита этих вакцин нету. То есть, по большому счету, это все можно отрегулировать, там, если не получается в более централизованном режиме, то в ручном режиме. И, ну да, в переходный период бывают моменты проволочки административные, это, скажем, в любой менеджерской структуре такое бывает. Поэтому мне кажется, что в этом больших проблем нет. То, что передали фондам, лично я считаю абсолютно позитивная тенденция. Это во многих странах мира, в частности, там почему-то сейчас мы ориентируемся на Грузию, как некий эталон, да, медицины, экономического развития. Но вот там эта ситуация сработала. Но опять-таки не стоит забывать, что там у нас там есть импортный сбор 5%, у нас неустойчивость валютных рисков, и там
прийти к нам нормальному мультинациональному оператору с нашим инвестиционным климатом, это огромные риски. И стоимость денег очень дорогая. Поэтому, например, в лоб сравнивать там цены, которые есть у нас, либо в соседних странах, невозможно, потому что там и стоимость денег другая, и уровень просто потребления другой и так далее. У нас, ну, на самом деле, другая немножко проблема. У нас выраженный перекос потребительский. То есть то, что у нас на первом месте противовирусные препараты, которые где-то далеко-далеко внизу в мире, противопростудные препараты, которые только снимают симптомы. Вот с этими вопросами надо работать. Системы реимбурсации и так далее. А ну, что должно быть, я прошу прощения, на первых местах? Конечно же, статины, препараты кардиологические. Убийца номер один у нас кардиология, инфаркт, инсульт, онкопатологии и так далее. Все эти препараты, эти группы далеко-далеко внизу. У нас на первом месте противопростудка и разная ерунда. Вот с этим конкретно надо заниматься, работать, стандартизировать наши протоколы, медицину, вводить страховую медицину. То есть, по большому счету, ну да, отвлечение, там, мы занимаемся орфанными болезнями. Да, действительно, когда два человека в Украине болеют, да, это важно. Но это два человека, да, она же еще больше, чем два. Пока, да, к счастью. И все-таки последний вопрос относительно вот этой системы госзакупок, если она заработает так, как и планируется, и если механизм регистрации упростится, а есть ли надежда все-таки на то, что лекарства подешевеют, или не стоит об этом мечтать? Я думаю, что это с ценой очень мало связано, и вот эта вот процедура регистрации, которая упрощена, она... хорошо, что нет этой проволочки, это не даст возможности там, конкурентам закрывать какие-то препараты, которые в конкурентное поле могут войти там, от каких-то очень нормальных импортеров. Да? По большому счету, все правильно, то есть вот эти вот административные проволочки, стало быть, способность коррумпировать эти схемы уменьшается. С другой стороны, на мой взгляд, это никак не повлияет на цену, потому что, объясню, если человек оттуда везет, то же самое делается здесь. Он пропадает в транспортные риски, в валютные риски, в сбор акцизны и так далее, и так далее. То есть представить себе, что какой-то препарат зайдет по цене ниже, чем тут его можно произвести, это экономически невозможно. С другой стороны, возможно, мы откроем двери китайским производителям, либо индийским, там возможно немножко выдержать это по рентабельности, там, на субстанции сэкономив. За счет генериков? Да, за счет генерических копий и так далее. Но мне не кажется, это самый лучший путь. И вот то, что на 20% не будет понижения цены, ну тут, конечно же, нет. Но это невозможно. Это больше, не более чем лозунг. С другой стороны, там, возможно, некоторые индийские производители получат какие-то цены, что даст им возможность участвовать в государственных тендерах, и они могут по рентабельности себе позволить слегка опуститься там, ниже отечки, совсем на чуть-чуть. Да? Выиграют ли они тендер, не знаю, надо бы смотреть на условия производства. Опять-таки, если они в Европе сертифицированы, то их уже пропустят очень легко. С другой стороны, очень много схем трансферных компаний, когда вроде бы европейская компания, реально производитель в Индии или в Китае. И пока эти схемы работают, и с этим достаточно сложно что-то сделать. Ну, с лекарствами более или менее понятно. И последний вопрос, наверное, будет относительно вообще реформы системы здравоохранения украинской. У нас очередная смена руководства в профильном министерстве. А видите ли вы какие-то позитивные сдвиги, кроме того, о чем мы с вами уже поговорили? И каковы наши ближайшие перспективы, по вашему мнению? Курс на автономизацию правильный. То есть должна быть децентрализация, должна быть автономизация, должны деньги начинать ходить за пациентом, и должны доктора как бы бороться за каждого пациента как источника получения бюджета. И должен, в общем-то, пациент иметь право выбирать того или иного врача. То есть слова, которые сейчас говорятся, они, в общем-то, правильные. Реальных перемен и реальной реформы пока нету нигде. То есть она не внедрена, по сути дела. Она буксует, но во всяком случае уже есть хотя бы какой-то курс, и автономизация – это действительно правильное решение. А как оно будет внедряться, 90% зависит от внедрения. Сама идея – это только 10% успеха любой реформы. Что бы вы поменяли в первую очередь, вот, скажем, три ваших предложения, что сейчас ключевое и крайне необходимое? Ну, еще раз разобраться в стандартах терапии, ввести страховую медицину, ну, естественно, увеличить финансирование медицины как таковой. Это три решения, которые возможны. Я, если честно, еще добавил стимулировать предпринимательскую деятельность среди врачей.
тоже очень важный момент. Например, общаясь с врачами, каждый второй заявляет какое-то свое желание там, вести частную практику. Почему нет? Надо стимулировать это предпринимательство. Но таких как бы занятий с докторами никто не ведет. Никто не говорит, что есть какой-то челлендж, вызов, мол, вы это можете. Недореализован сегмент частной медицины. Это максимум 5% от всей медицины. То есть туда надо активно смотреть. Все-таки частные и лаборатории, и клиники значительно эффективнее функционируют, чем государственные. Поэтому в эту сторону насчет приватизации лечебных учреждений – это один вопрос. Но стимулирование именно предпринимательской деятельности докторов и там, желание что-то делать самостоятельно – это важный момент. Благодарна вам за участие в нашей программе. Ну а мне остается лишь напомнить, что это был директор агентства медицинского маркетинга Юрий Чертков. И вы смотрели проект «Акцент». На этом пока все. Увидимся на телеканале «Первый деловой». Одяг ведучих наданий must-have.